will drive them from our lands. Так, гранату на низ кидаем, зажигательный, чтобы обходили поверху, да? Гранату под низ кидаем, чтобы сверху обходили, да? Конечно. Подранил одного. Прострелил коленку. Ставь давай. Все равно мы не успели всех убить. Может, надо постоять, чуть-чуть подрезать, а потом бомбу ставить, чтобы у них было чуточку побольше времени бежать в сторону Б, точнее А. Конечно. Ну постреляли. Так мы же стреляли. Чтобы они подошли. Ну все равно по графику идем, какая разница. Постреляй. Чего там они? Или с тобой этот раунд пройдет? Видишь, их нет, ушляются где-то. Он тебя спас от взрыва бомбы. Дальних, вдали три было, никого не сбил. Ты отстаешь. Чё ты привлёк их?
Привлек? Че, пошли за тобой? Ни одного не видел. Они на нашей базе. Ну подожди, давай еще подождем. Уже в принципе дольше обычного, мы уже какое-то время бомбу ставим. Они идут вот сюда. Я ушел в этот, в ресурс. Я в моменте. А если бы ты не прибил его, он бы, наверное, разминировал? Ну, наверное. Надо было дать, да, разминировать? Да, надо было. Что-то не подумал. Ты бы второго лучше бы стрелял. Ну, я это вижу цель, я вижу препятствий. Очка. Чё, когда ставить, скажи? Ну, не знаю, сейчас внизу не спущусь, посмотрю. Ставь, 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 всё, они уже здесь. Красава, дал разминировать. Ну, вокруг, прыгали вокруг этого. Я боялся в него попасть, что он отвлечется. Let's go, my friends. Ну, выше графика идем. Причем один раунд проиграли. Ты бы дал это? Снизу, снизу, снизу. Пока не вижу. Ставлю. Давай. Походу как раз, да? Там толпа бежит. Так, даем разминировать пока. Короче. Я их не трогаю, пусть минируют. Ничего, он на тебя смотрит. Ничего, он свалил. Все равно же он не успел свалить. А куда я фаер кину, то что я их обжег? Не помню. По графику идем, оба. Че там, снайпер, да? Ну что-то там
парочку людей стояло. Решил обойти. Так, они назад возвращаются, через низ. Привлек этой штукой. О, идут. Дай пройти. Да я стрельну, чтобы они в эту сторону побежали, а то пидоры хотели они... на Б уйти. Ой, блин, как так-то? Короче, что, ждем? Или сразу убиваем? Нижних убиваем, а кто вверху идет? О, красавы, кинули. Я все равно их вижу. Последний, тихо. Так, надо раунд уже начинать проигрывать. We will defeat the mercenaries. Decoy. Тихо, двое там. Трое. Это ложная граната их привлекает, получается. Ну, ты когда-то говорил, что да. Не убивай, бомбу сейчас поставлю, ты их убьешь, по 3 очка дадут. Давай. Четыре. Вот с этого 4. Трехочковый. Так, одна каска наверху, но только одна. Что, даем разминировать? Да. А вот вниз. Вали, не успеет. Ты че, твой где-то просто? О, 96, смотри. Средний. Я через право пошел. Давай ставь, они как раз здесь. Там толпа снизу будет. Побегать побежал их? А, нет. Все, пусть проходят. Прячься, чтобы они пробежали, не отвлекались на нас. Там два как раз осталось, чтобы один пидор хотя бы прошел. Не успевает. О, красавчик. Вот молодец. Красавчик, и поэтому пульку он схватил. Заслуженно. Come on, let's go. 217 очков. Че, через право, да? Сейчас бомбу-то кину, чтобы он отнял от жизни. Давай через центр. Пидоры на Б убежали. Ну хорошо. Точно убежали. Ну подождем. Так они быстрее хотя бы возле бомбы оказывается.
Ближе подпусти. Что пидоры на Б убежали. Толпа бежит быстрее, быстрее, быстрее пробегай и бомбу ставь. Надеюсь, они за нами побегут. По ногам. По ногам. Какой-то пидор все равно бы ушел. Красавчик. Так, кто-то из них разминировать должен, дай прийти. Я не стреляю, пусть проходит. Один где-то вообще спрятался, второй убежал. Так, 264 очка. За 10 раундов. Ты разбросал его кишки по всей карте. Ну ладно, он тоже был трехочковый. Так, походу они все уже на нашей, это, все на позиции. А, там толпа бежит. Парочку сверху должно пройти, так что можно нижних долбить. Он на меня смотрит. Сверху слишком много прошло. Так, 287 очков. Ну уже 157. Yeah. Еще столько раундов впереди. Не ставь, еще никого нет вообще. А с той стороны не выйдут? Да не знаю, они сейчас, мне кажется, я их привлекаю внимание. Что вообще, где они потерялись, ублюдки эти? Ставить? Ну, не знаю, ставь, наверное. Они, наверное, на Б сидят. Один здесь. Убей его. Так, все, они идут сюда. Так, да, сверху все, я не отвлекаю. Красавчик. А, он убежал. Ну, поимей его. Как раз, смотри, 9 убили. Около... Пидор вообще убежал. О, вернулся. Нет, он мозгами кто-то пораскинул. Всё, 317. Прикинь, 317.
Что-то я никого не видел. Либо они очень быстро пробежали, либо пошли где-то в другом месте. Осторожно, иди. Ай, ладно, я набрал уже нормально очков, могу рисковать. Снизу. Нет. Че, или на Б побежим, посмотрим. Нет, давай здесь. Они на Б сидят. Да ставь, ставь давай, пофиг. Че их ждать? Давай ставь. Вон один меня заметил. Я уверен, и куда он? Он убежал куда-то. Только не вали там. Я уже думал его ножом резать. Не, ну сказал. Ну эти пидоры с Б, короче, прям бегут. Че, даем разминировать или убиваем всех? Да сейчас. Надо седьмой раунд выигрывать. Обалдеть, счет, смотри. Так можно 200 очков набрать. Ну 200, ну хотелось бы. Личный рекорд поставить. Так, сейчас проигрываем. Пробежали все опять не были. Тут бы хоть бы не было никого. Так, блять, тут один есть. Сейчас его ликвидирую. Там больше, да? Они прям на базу прибежали. Рано. Че, можно ставить? Да, ставь, наверное. Сейчас посмотрю снизу. Убежал или нет? С своей стороны. Так, этот раунд проигрываем. Нет, проиграл. Да-да, проигрываем. Ай, быстрее разменил. Что ж ты какой косой-то? 199 очков. Вообще. А того Васю не убил. Осторожно выходи. Был бы 201 очко. А сейчас бомбу поставлю. А сейчас пофигу. Ставь. Нет, ты далеко поставил где-то. Мы же должны выиграть. Черт, я забыл. Ха! Ну стой за... не знаю. Ну ты дай пройти им. Там никого вообще нет. Я не знаю, где они все. Либо все через верх выйдут. Потому что даже снизу никого вообще никто не бежит. Ну иди сюда тогда. Снизу всех вали. Да. 221. 399 очков. Вообще, последнего не убили. Последнего и предпоследнего в том раунде. Последнего.